«Школа успеха» — это летний образовательный проект фонда «Кличко», который мы делаем уже 6-й год. И за это время мы выпустили 1000 молодых людей, которые теперь могут менять страну и быть активными в нашем обществе. «Школа успеха» — это учиться мечтать, учиться воспринимать ту информацию, которую тебе дают. И самое важное — учиться и пользоваться. У нас були 3 етапи відбору. Перший етап – це інтернет-анкета. Другий етап – це співбесіда коротка з загальними такими питаннями від фонду «Кличко». І третій етап – це вже оголошення фіналістів. Я коли побачила на сайті своє ім'я у списку переможців, я була дуже щаслива. Я очікувала, що після цього проєкту зміниться моє життя кардинально. І я ось вже зараз бачу, що так дійсно життя змінюється. Прежде всего, это энергетичные, амбициозные ребята, которые не хотят сидеть возле телевизора в своем юном возрасте, а хотят оставаться и быть активными. Хотят изменить свою жизнь или жизнь общества в лучшую сторону. Для меня «Школа успеха» — это люди. Люди, которые бесплатно дают нам бесценный клад, который называется «знания». Простые дети со всей Украины, с разных уголков Украины, которые имеют желание добиваться, мечтать, ставить перед собой цели и реализовывать их. Мой проект называется «Пересядь». Он заключается в уменьшении количества автомобилей в центре города путем популяризации общественного транспорта, особенно таких видов транспорта, как троллейбус, возможно, даже велосипед, потому что они являются экологичными и как бы они дружат с природой. Мій проект – це проведення веломарафону у всіх містах України. Проект «Школа дипломатів» він направлений на те, щоб українці, зокрема наші хлопці, знали більше про те, хто такий є дипломат, і розвинули свій рівень ерудиції взагалі. Мы старались сделать эту программу, этот проект таким, чтобы у тебя каждый день ощущение «вау» только прибавлялось и прибавлялось и прибавлялось. И ты каждый день говорил, что это был самый-самый крутой мой день, и завтра он снова повторялся. День участника «Школы успеха» начинается в 7 утра. Он начинается с зарядки от профессионала. Потом у нас идет завтрак, питание, и мы едем в Киев в компании, которые предоставляют профессиональные лекции, которые являются суперпрофессионалами в своем деле. После этого ребята едут обратно в Пущу-Водицу к нам на локацию, к себе домой. У них происходит обед, и после этого у нас идет 3-часовая лекция с определенными спикерами, это могут быть абсолютно разные спикеры. После этого у нас ужин, и есть еще вечерние лекции, которые предоставляют культурную программу. Обычный день в «Школе успеха» — это много ожиданий, ты ожидаешь многого, ты понимаешь, что в этот день тебе дают кучу знаний, и ты должен все это понять, это разложить по полочкам. Сразу едем на лекции, получаем максимальное знаний и получаем от топовых украинских лекторов, топовых украинских ведущих специалистов в своих областях. Все они уже опытные, уже успешные, и никто из них не будет говорить попусту, что нам делать, это уже на их опыте. И я от каждого пытаюсь брать как можно больше информации, которая мне обязательно, я думаю, пригодится. Мы на практике, это уже 6-й год «Школы успеха», знаем, как сделать за эти 10 дней эту «Школу успеха», где ребята, девчонки, мальчишки поймут, как пройти этот тернистый путь к цели, какую цель выбрать. Они посещают многие, или посетили в этом случае многие компании, увидели, как они работают, организации.
И полагаясь на этот опыт, делают свои так называемые стартапы, свои идеи. Они должны креировать идеи, которые, я не исключаю, могут осуществиться и воплотиться в жизнь. Определенные ценности и блоки, которые мы всегда вкладываем в проект, что ты должен быть личностью, что ты должен быть профессионалом, что ты должен быть очень открытым человеком, добрым, с большим сердцем. И эти ценности никогда не будут меняться. Но формат компании, люди, спикеры, которые приезжают к детям, конечно, мы стараемся каждый раз добавлять новых людей, которые становятся автоматически послами или амбассадорами нашего проекта и наших идей, нашей философии. Школа успеха — это позитивные эмоции, это незабываемые впечатления. Школа успеха — это мотивация. Это инструмент, который позволяет детям реализовывать свои мечты. Школа успеха — это там, где можно провести свои знания. С такими же, как и ты. Це саморозвиток, це ще одна ступінь до реалізації себе як особистості. Це є шанс, це є квиток в життя. Досвід, знання, фізичний розвиток. Школа успіху – це моє життя. Для мене школа успіху – це Hello World. Школа успіху – це круто.